Всем здорово, друзья! С вами, как обычно, Дапо. И наверняка многие из вас хотят спросить, мол, Дапо, почему так редко выпускаешь ролики? Хватит валять дурака. Но лишь самые внимательные мои зрители, которые следят за моей страницей ВК и Инстаграмом, прекрасно знают, что я целыми днями делаю свою сборку. И многие скрины разработки я выкладываю туда. Можете глянуть, ссылка, если что, на мой ВК будет в описании. А что насчет сборки, то уже совсем скоро я ее выпущу на канале, осталось всего 2000 подписчиков, и вы ее сможете лицезреть. Это будет моя самая лучшая и самая крутая сборка за все время ведения канала. На ней будет самый большой FPS, и, кстати, у вас есть шанс получить ее раньше, чем она выйдет на канале. Но об этом я расскажу в конце видео, так что слушайте меня внимательно. Ну а сегодня, друзья, я расскажу вам то, как я смог на Аризоне накопить целый миллиард виртов, более 10 тысяч донат-очков в игре и еще парочку крутых плюшек. Поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Я знаю, что ты не накуриваешься. Я знаю. Но сегодня ты у меня улетишь. Итак, начать хотелось бы с перечисления типа игроков, желающих поднять бабки. Самый распространенный тип — это те самые игроки, которые хотят все и сразу моментально. Они регулярно играют, покупают и перепродают имущество, держат крупные бизнесы, развивают их, кто-то донатит реальные деньги, в общем, куча всего того, что я вообще не делал. Вы думаете, у меня есть какой-то крупный бизнес? Или может я занимаюсь ловлей перепродажи имущества? А может я вообще постоянно доначу в игру? И нет, ни один из этих вариантов не подходит. Чтобы получить свой первый миллиард вирт в игре, я не делал ничего. А теперь ближе к сути. Помните мой ролик, где я рассказывал, что оставлял свой комп в игре на целые сутки? Так вот, с того момента мало что изменилось, за исключением того, что я получил миллиард на свой аккаунт. Как же мне это удалось? Да очень просто. Не надо никаких бизнесов и перепродаж постоянно делать. Достаточно немного поиграть, поработать, повыполнять квесты и все деньги, что накопите, сразу же класть на свой депозит в банке Аризоны. Зачем это нужно? Дело в том, что депозит позволяет каждый payday получать проценты от той суммы, что вы положили в банк, которая будет постоянно расти, а вместе с ней проценты. Когда-то очень давно я накопил свои первые 10-20 миллионов, что может позволить себе любой игрок Аризона, если, конечно, захочет. А потом я просто клал все на депозит и продолжал играть. Что же было дальше? Аризона каждый payday мне давала азакоины, которые я копил для того, чтобы купить себе Титан Випку. Зачем? А дело в том, что с Титанкой, так ее буду называть, ваш процент депозита в банке будет еще больше, чем у простых игроков. И деньги будут расти еще быстрее. И вот я приобрел Титанку и продолжал просто играть на Аризоне, никуда не торопиться и так далее. Время от времени я сливал деньги с депозита, например, однажды я отдал 40 миллионов на развитие бара номер 5 моему братишке Джесусу. Спустя некоторое время я отдал еще 60 лямов на все то же развитие его бизнеса. Но я уже не особо ощущал потери, потому что мой комп был всегда в игре. Даже если я куда-то ухожу, я всегда оставляю его с включенной игрой. Самое главное – это не ставить свой аккаунт на улице, тем самым нарушая правила сервера. Вам необходимо либо стоять в доме, либо если вы еще не приобрели его, то на какой-нибудь уличной скамейке лечь спать в анимке, или еще лучше в номере отеля. И вот время шло, верты мои росли все больше и больше, и я заработал свои первые 500 миллионов. У меня уже был куплен дом, несколько машин, велосипед, и в какой-то момент у меня накопилось снова несколько тысяч азакоинов. Да-да, я не донатил в игру. Аризона сама дает эти азакоины за то, что вы просто играете на сервере. Так вот, в тот момент я решил повысить свой уровень VIP-аккаунта до максимального и купил себе за те самые донат-очки премиум VIP, самую дорогую на данный момент. Опять же повторяюсь, в игру я ничего не донатил. И как только я ее получил, мой процент депозита вырос до максимального уровня. А с учетом того, что мы еще прокачали нашу фаму на сервере до максимума, я мог держать более 200 миллионов на депозите. И мне начало приходить по 250 тысяч вирт каждый час. С меня требовалось лишь просто играть и все. Кстати, по поводу фамы. Если что, вы тоже можете к нам в нее попасть. И тоже будете иметь повышенный лимит депозита и фармить бабки, как и я. Но об этом в конце видео. Итак, мои денежные средства росли, я часто находился у компа, регулярно платил налоги за дом и авто, у меня уже был свой Маверик, который Аризона мне дала бесплатно за то, что я купил премиум VIP. Если что, всем выдается такой Маверик, если вы имеете премиум. Ну и в общем, дальше я просто ждал. Я не тот человек, который копит деньги и тратит их налево и направо. Мне не нужны дорогие особняки на Вайнвуде, для меня это просто пафос и бессмысленные, географически невыгодные места спавна. Мне не нужны суперкрутые тачки, элитные аксессуары и прочее. Мне хватает моего любимого дома в гетто,
который я, кстати, сейчас красиво украсил в своей сборке. У меня есть любимый Султан, BMX и NRG, который я, кстати, тоже купил за донат, который мне выпал бесплатно. Недавно, кстати, вышел лаунчер Аризоны, который тоже дает преимущество. С ним вы будете получать каждый payday 10 тысяч вирт на руки и еще больший процент депозита в банке. Я пока не знаю, какой там лимит, но мне приходит по 263 тысячи каждый payday. Ну и в общем, на данный момент я имею в игре уже 1 миллиард и 100 миллионов на основном счету в банке. Даже чуть-чуть побольше. Также более 230 миллионов на депозите. И получая каждый payday более 260 тысяч вирт. На моем донат-счету накопилось уже более 12 тысяч АЗ монет. Я могу купить себе воздушный шар и дом за донат-очки. Также совсем недавно я получил 100-й уровень на сервере. На данный момент уже 105-й. И по сути-то мне больше ничего и не нужно. В будущем я планирую себе сделать ремонт в своем доме в гетто и красиво его обустроить изнутри. Если будут выходить какие-то обновления, то может что-то где-то еще и куплю. Вроде кто-то говорил, что можно будет когда-то для своей семьи покупать целый особняк и кучу машин. Вот на это денег будет не жалко. Я простой игрок, как и вы. Я не бежал вперед поезда, не пытался рвать задницу за каждую копейку. Я просто не спеша копил свои кровные вирты и все. На самом деле это все очень просто. Самое тяжелое – это начало. Именно его все боятся. Но поверьте, я не самый лучший пример для подражания. Есть люди, которые способны этот миллиард накопить за месяц, а может даже и меньше. Просто они регулярно играют и везде все знают. Вы тоже так можете, все зависит лишь от вас. А теперь насчет того, как можно будет получить мою будущую сборку раньше, чем она выйдет на канале. Дело все в том, что у меня есть своя приватная беседа в ВК. И именно в нее я сливаю свои приватные моды, скрипты и так далее, а также солью свою сборку раньше, чем она выйдет на канале. В эту беседу абсолютно каждый из вас может попасть совершенно бесплатно. С вас требуется самое простое – это зайти на Arizona Saint Rose, обязательно указать мой ник при регистрации и на 5-м уровне ввести мой промокод хэштег DAPO. И все. После этого вы пишете мне в ВК, кидаете ваш ник, скрин статистики и скрин промокода из SlashMN. И как только я смогу, я проверю вас и добавлю к нам. Вы думаете, это все? Нет. От моего промокода вам придет еще 600 тысяч вирт на руки. Также я смогу вас бесплатно принять в нашу фаму на сервере. Наша фама полностью прокачана, и если вы будете в ней, то вы будете иметь гигантское количество преимуществ над простыми игроками. Ну и, конечно же, зарабатывать и фармить себе бабки. Ладно, друзья, я пойду дальше работать над своей сборкой, но вас всех жду на Arizona Saint Rose. С вами был, как всегда, DAPO. Всем пока!